got a tale to tell you of the ones from long ago. There's an evil that's been dreaming, but now it's softly screaming. From the darkness, their power will grow. Their voices are made of poison. When you listen, you are sure to be disturbed. You can lock your doors. You can say your prayers. No creature can resist their wicked words. Never mind, no need to worry. That's all just a story of the whispers of the old gods. И снова здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова студия StarLadder, Борода, Тварына. Мы врываемся в ваш обеденный уже досуг с турниром Seed Story Cup под номером 5. Привет, привет, ребята. У нас на очереди вторая партия этого игрового дня, встреча Ксикса и Залая. Да, Залая в некоторой степени негодовал поначалу из-за того, что ему попался в оппонент RZU и просто прошелся по нему своим зулоком. Начинали они тоже в партии Мирора, ну и далее... было очень плохо. Ну и вот, кстати, Залая в очередной раз открывается именно зушки и хочет быстро продавить три раза подряд, как мы это видели недавно. Но трусил вот чемпионшип тоже, да. Last Shaman Standing, Last Zulok Standing. Вот эти вот все партии. Тут прошелся по лицу, выиграл. Немножко перепутали имена, точнее, вебки и ники игроков. Все-таки Ксикс играет на Зулоке, а Залая выбирает друида, и это вновь Ктун Йоксарон. Друид уже второй на этом турнире. Интересное решение. Ну и очень хороший старт для чернокнижника. Судя по командиру авангарда, это та самая колода агро чернокнижника, которую Ксикса привез на финал Star серии. Но причем, вот что любопытно, в пуле у Залая есть чернокнижник, но просто Ксикса его очень грамотно забанил. Забанил, да. И просто начал открываться именно с этого чернокнижника. Он уж как никто знает макроигру, как лучше планировать свою стратегию. Он наверняка готовился к Залае. И вчера даже, кстати, на параллельном канале, на альтернативном Take TV Black, успел немного покомментировать и рассказать некоторые нюансы игры. Но это, правда, происходило уже полтретьего ночи. И я думаю, что немногие успели посмотреть на это. Но такое было. Но, тем не менее, это интересно. Пытается как-то друид отбиться. Друид когтя в форме кошки появился на столе. Благодаря этому получилось разменяться с демоном бездны. А также избранница Ктуна убила одного из главарей. И четвертый ход для чернокнижника. Есть копьеносец. С помощью копьеносца можно разменяться, допустим, с кошкой. Но по мане не очень хорошо это получается. Даже вот так вот решает сквер авангарда, копьеносец и ожог души. Что сбросится? Командир авангарда выпадает из руки чернокнижника, Бран остается. Причем очень любопытно, что накидывает все-таки пробав именно на сквайра, а не на демона, для того, чтобы забрать его таким образом и засейвить главаря банды бесов. Любопытно, о чем думает Ксикса. Таки надеяться на то, что там нет никаких АУЕ, но и в любом случае он вроде как в некоторой степени в сейве. Но посмотрим, есть темное Рако, есть все-таки возможность забрать еще ряд существ и подроваться. Ну, по сути, варианта здесь два, наверное. Это поставить Рако сейчас, либо как-то через гневы откидываться, перебирать колоду. Два гнева, способность героя, по-моему, смотрится неплохо. Но, на мой взгляд, Рако сейчас выглядит лучше. Да, ну, попытаться заставить Зулока завязнуть во всех этих стенках, начать с Рако, опять-таки, пробав на Ктуна, не забываем, что тоже очень важно. И главное, дожить до 10-го хода. Уже Йоксарон есть, поэтому максимум заклинаний, но лучше открываться с Рако. Ктун уже достиг своей точки в 10-10, и уже даже 11 есть. Здесь Страж Гнева приходит к Сикса. Жизнеотвод приносит также Огненного Беса. Сейвит пока Брана. Оставляет все-таки на будущее. Ну и тут размены, в принципе, выгодные Залай. Он, как никто, умеет катать на Зулоке. Очень много он сыграл партий на всевозможных колодах. И
очень часто пробивался в топ-100 на многих континентах. Но вот, кстати, интересно, что Ксикса сейвит. И правильно делает сейчас всех существ. Ну и еще одна стенка для Залая. И есть возможность затрейдить демона. 4-3. Да, можно сыграть сейчас через гнев, поставить друида когтя. И разменяться, вот как размениваться. Можно разменяться с копьеносцем, это, наверное, самый такой выгодный трейд. Mm-hmm. Можно... Ну, по-разному. Можно вообще сыграть сейчас через два гнева и через сумеречного предка, как вариант. Ну, кстати, да, вот этот ход, наверное, даже поинтереснее выглядит. Ты трейдишь стол, у тебя появляется еще существо, способное отбиваться от всей этой истории. И, ну, два существа, отсутствие карт узлока на руках. Далее восьмой ход и возможность на топ-декать что-нибудь даже сверху. Ну, тут волк, просто шикарно смотрится. Тапа не будет, на следующий ход оставляет. Ну, по мане не получалось тут либо крутить жизнеотвод, либо разыгрывать брана. Два и... древних бога. Да, и все, все очень здорово складывается для друида. Переживает он агрессию Зушки, при этом разбирает стол уже, даже перехватывает инициативу, и два древних бога в руке. Смотрится очень классно. Ну и открываться, скорее всего, лучше, наверное, сразу с Ктуном, почему бы и нет. Пока еще девятый кристалл маны, конечно, не все так здорово. Но, тем не менее, можно сыграть сейчас живые корни. Причем... В принципе, можно даже их отдать в провокацию и набрать демона бездны способностью героя, чтобы уменьшить просто количество ХП на столе, а следующим ходом уже появится Ктун. Или через Йоксарона сыграть злая. Ну, нет, вот Йоксарон как-то вот не очень мне нравится. Просто, ну, посмотрим, все будет зависеть, я думаю, от того, что сейчас придет Ксикса, приходит Огненный Бес и Бронящийся Сержант. В такой ситуации точно Ктун, я думаю, будет. Да, тут ХП просто не остается уже. Ты вставляешь Ктуна, он зачищает весь стол. Ну, два хода убиваешь оппонента. 12-12, там еще и возможность раскопать какое-то заклинание. Ну, тут неплохо сыграно, по факту. Так, ну и что, лайфтап? Ну, можно пожить. Выставить. Прям еще защищается где-то. Стенка еще, смотри, и щитоносец приходит. Ты не пройдешь! Ну и сразу же, да, двойной пробав. Но как ты собираешься леталить оппонента, не совсем понятно. Да. Ну, Ксикса просто показал все карты и сдается 1-0 для Злая. Побеждает он на друиде. Ягрозушка выпадает из лайнапа Ксикса. Ну и вот такой вот опенинг не самый убедительный, но при этом готов Залай биться против Ксикса. И стоит отметить, что, ну, не знаю, у Залая есть неплохие шансы победить после вот такого не самого убедительного начала. Но Ксикса тертый калач, он умеет справляться с трудностями. И у нас Мирор друидов, вернее, ну, как сказать, Мирор. Ну, Йоксарон есть и там, и там, но в остальном колоды разнятся, в колоде Злая все-таки есть еще синергия с иным древним богом Ктуном. Ксикса сейчас на хорошей волне, один из главных, я думаю, фаворитов этого турнира. Напомним, что занимает он уже достаточно продолжительное время первую строчку по рейтингу Госу Геймерс в мировом рейтинге, то есть он топ-1 и в Европе, и во всем мире. Вот как-то мета зашла ему очень сильно. Многие ушли на второй план, соответственно, фрисмаги перестали котироваться должным образом, да, меньше скилла, больше вот такой агрессии, понимания именно правильных контрпиков. И поэтому Ксикса очень здорово прочитал всю эту мету, очень здорово готов биться против любого оппонента. И лайнап у него соответствующий. Действительно, он дерзок, молод и способен даже где-то там, не знаю, какие-то горячие слова выдать, а после этого выиграть турнир. Ну, почему бы и нет? Если ты подкрепляешь свои слова действиями, то можешь говорить, можешь себе позволить. Вчера очень забавная была партия, точнее, матч с Фаербатом у Ксикса.
вот, где все-таки в упорной борьбе сильнее оказался представитель команды Нави. Но вот прям там тоже было видно, что он так подкалывал своего оппонента. Там интересная первая партия была от Файербата. Вот меня порадовало, что он так не торопился расходовать свои ресурсы. Но и знают игроки друг друга. Видно, что общаются на такой позитивной волне. Ну, а возвращаясь в игру, Ксикс открывается с хранителя болот, разгоняется по мане. И на втором кристалле Залая задумался. Опять же, здесь есть разгон в виде буйного роста, есть гнев. Монета также на руках. И Финдрал. Финдрал смотрится часто очень круто. Если получится как-то вытащить. Призадумался Залай, но в любом случае разгон выглядит лучше всего. Сразу же 4 кристалла маны. Тебе надо как-то догонять своего оппонента. Иначе тут не обойтись без беды. Ну и что же, разгон, еще больше существ на стол. Далее билка и проход по лицу. Байтит на свайп. Таким образом, как бы намекая на то, что у него, возможно, даже есть учительница. Вот это вот частая фишка от друидов. Ой-ой-ой, здесь озарение заходит. И смотри-ка, есть возможность сейчас начать получать ценность, не знаю, value вытаскивать из Финдрала. Можно сыграть гнев, можно сыграть статую ворона. Да, и дополнительно еще подроваться, и плюс ко всему, если вдруг что-то приятное зайдет. Озарение очень классный топ-дек сейчас был для Залая. Заставляешь все-таки оппонента идти в размен, потому что Финдрала, ну... Да, игнорировать нельзя. Не видим мы, к сожалению, раскопки, но дважды копнет сейчас друид, благодаря легендарному существу на столе. То есть получит он и заклинание, и... Ой-ой-ой, в руку это неплохой юнит заходит. Вот это поворот. Да, контрить-то его по большому счету нечем. То есть, ну, мульчирование, если играется, то в одном экземпляре. Ой, ну просто замечательная раскопка. Фантастическая раскопка для Залая. И мали, и мульчирование. Не часто заходит, все-таки эпическая. Карта, и смотри-ка, будет игнорировать, судя по всему. А, нет-нет-нет, там же, да, конечно же, еще два кристалла маны в разгон уходит. Ну, такой йоло-ход от Ксикса. Знаменитый Мали Йоксаронгтун Друид. Залая. Файербат бы оценил, кстати. Любитель вот этой всей колоды, да, на Мали основе из ОТК. Что, вспоминая не так давно прошедшие квалификации Старладера, которую он опять не прошел. Ну, кстати, лайнап Файербата выглядел очень сильно. Да. Где-то что-то не хватило. Здесь друид когтя в ответ Ксикса выставляет древо войны. Два размаха на руке. Видя руку Залая... Это просто завязнет Ксикса во всей этой, да, тяжести. Не хватит. Не хватит банально ресурсов для того, чтобы... Гарпия приходит с мульчированием. Забавно. Не самое плохое существо. Все-таки не за одну ману. Можно разыграть и может получить даже какой-то value, но... Статы 4-5 не самые лучшие, даже несмотря на то, что есть Виндфьюри. Свайпы вообще. Ну, тут вот ситуация в том, что надо копать существо даже, наверное. Пытаться находить какую-то легендарку за 8 кристаллов маны и там какой-то Рагнарос или еще что-либо. Это единственное, что спасет тебе партию. Но нет, копает заклинание. Уверен в своей колоде. Есть Старфолл. Ну, не, все не очень. Ни корни, ни коготь, ни звездопад тут не смотрится классно. По сути, что может вообще перевернуть игру? Йоксарон от Ксикса какой-то супер. Да, единственное, наверное, крутой, что возможно. Но Йок еще нету даже в руке. Так или иначе, выбирает представитель команды Нави звездопад. Точечно отдает его в друида когтя, добивает способностью героя. Смотри, какой пассианс складывается. Ставишь мали, живые корни можно приберечь. Просто закидываешь в лицо. А почему бы нет? Вот еще древо войны. Тут просто уже три аута. Все идет
к 2-0. И это даже где-то неожиданно будет, потому что, я думаю, многие поставили бы Ноксикса все-таки в этом противостоянии. Гарпи выпускает. Друид размах убирает сумеречного предка. Ну и 8 маны для... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, тут, наверное, все-таки темная Рако, а билка больше, получше смотрится. И обязательно разменять Гарпию. То я понятно, если Гарпия получит пробаф, да? Важный ударец, разобьется от дерева, лучше до этого не доводить. Дар природы, наверное, оставить стоит на будущее. Пока все неплохо складывается для Залая. Великолепно просто, я бы сказал, наилучшим образом. Я хочу просто увидеть лицо Ксикса, когда будет поставлен Мали. Я думаю, что, возможно... Один ход остается. Ну, хотя да, Ксикса. Доживет. Я думал, что, возможно, он сдастся просто раньше. Не увидим мы реакцию. По сути, вот реально один ход остается. Сейчас ты разыгрываешь максимальное количество заклинаний, на следующий ставишь Йоксарона, стоп-дек, и это единственное, что принесет тебе победу, возможно. Итак, девятый ход для Залая. Возможно, мы увидим... легендарного дракона, или нет, или Виклора с Викнилашем. Ну, знаешь, и так все круто, еще и топ-деки заходят такие, что прям, чтобы сыграть, хороший ход или еще лучше? Или просто ошарашить своего оппонента, да, чтобы тот сдался и не мучился. Он все-таки выбирает две провокации, 4-6, плюс способность героя. Ну, тут все. Просто уже посмотреть, что там с топ-дека придет, Йоксарон тебе или нет. А тут еще и идол. Ну, еще покопаем. Нуриш. Да Нуриш будет забирать и просто смотреть. Просто посмотреть карты, да. Когда же будет, был там Йоксарон сверху или нет. Звездный огонь. Еще поборется, в принципе. Летала на столе нет. Ой, ну вот он пришел, но там готов Мали. Даешь летал через Малигаса. Да, это очень круто. Мали живые корни. Давай, хорош. Ксикса. Ой, хорош. Рыбается. Ксикса хорош, живые корни. Найс. 7 урона в лицо и неплохо сыграно Залая. Вторую подряд партию выигрывает. 2-0, причем очень-очень круто завозит. Ключевой момент здесь стал, когда... приход озарения под Фюндрала и возможность сыграть гнев с двойным эффектом, а также получить и существо с раскопки, и заклинание при розыгрыше статуи Ворона. И это стало началом конца для Ксикса. Да, там раскопки еще тоже шикарные были. Вот Мали и плюс мульчирование. Вот этого, да, ну и дальше. Нашел. Дальше все также складывалось наилучшим образом для друида. И как итог 2-0 для Залая. Ну и Ксикс остается последняя колода в его лайнапе. Это Шаман. Надо призадуматься, ведь Last Shaman Standing вполне возможен в рамках этого формата, но... Ну, здесь уже все-таки мидрендж-версия Шамана. Все реже и реже мы видим агросборки. Вот, кстати, друид, что примечательно, вот в нынешней мете, казалось бы, очень много варов, каждую неделю там новая редакция вара, там в прошлом сезоне Драгон, сейчас ТК. Что удивительно, воин, пожалуй, стал реально самым классом, обладающим наибольшим количеством архетипов, играемых сегодня в мете. Что удивительно. Ну, уже пошли такие наши эмоции. Да, на буйный рост Ксикса реагирует. Понимает, чем это все закончится. Неплохо, да, сыграно. Плохо сыграно. Но он 3 раза подряд поднимает буйный рост, получается, каждую партию. Ну. А вспомни старых добрых комбо-друидов. Это же дефолт. Все киберспортсмены на второй ход должны играть буйный рост. Если ты не ловишь буйный рост на второй ход, то какого черта ты забыл вообще в киберспорте? Нужно качать... Бицуху. Да, киберкач. Ну и вновь, к слову, не самый полезный тотем приносит клыкар-шаман.
не завозит пока Ксикса. Тут, продолжая мысль, кстати, стоит отметить, что у Друида тоже продолжений хватает. Мы видели вчера тоже вот эту вот интересную колоду Друида, по-моему, от Life Coach. Что-то он привез такое весьма, весьма и весьма тяжелое. Ну, там рамп Друид был такой своеобразный. Я уже не помню, от Life Coach, либо от кого-то другого. У Форзена была неплохая колода. То есть вот эти тяжелые друиды на таунтах, опять-таки, можно где-то и болотных ползунов туда добавить. Усилить агрессию. В принципе, да, почему нет. Токен друидов, ненавистных многим. Потому что вроде все неплохо складывается. Ты добираешься до лица оппонента, и тут он ставит ее в друида, чистит твой стол, и ты не можешь добить, потому что там еще секреты, там броня. Удивление, кстати, снова мало охотников на этом турнире. Вообще нет. Как-то тоже выходит из моды и мид-версия охотников, и более ускоренная версия гибрида. Ну, наверное, еще вот стоит погрустить по поводу редакции жреца, которых вообще нет. Ну, жрец как-то совсем, да, не заиграл. Хотя, в принципе, если была бы прям супер агрессивная мета на турнирах, то жрец, я думаю, был бы неплохим выбором. А так вообще никто не заявляет. Ну, тут стоит сказать лишь то, что смотрю тоже постоянно стримы Твича, стримы Хардстоуна. И всю дорогу на протяжении всего сезона смотрю на Зиталота, который отчаянно пытается добраться до легенды на Присте. Просто второй ранг вот в конце сезона, и он все равно бьется, как он сам отмечает на своем стриме, старая консит-стратегия. Да, явно не лучшие времена сейчас переживает этот класс. А ведь когда-то Зиталот бился в конце месяца не за заход в легенду, а за топ. Да. За топ-1. Но, возможно, новое приключение, которое анонсировано будет уже очень скоро, а именно 29 июля, принесет какие-то новые сильные карты для этого класса и колоды жреца. Вообще жрецкий класс возродится, Аки Феникс. Да, но хочется чего-то новенького, если честно. Ну, мы в любом случае видим каждую неделю какие-то новые классы, да. Я вот хотел... Да, мета меняется стремительно. Также отметить, что в Америке вообще мета весьма и весьма разнообразна, очень много вообще различных архетипов, побольше, чем даже чем на европейском сервере. И не так давно Док придумал интересную колоду, основанную на мажордома Экзекьютосе. Это неплохо. Это просто звучит. Такая дичь, когда ты видишь на маге. Ну, я помню, да, мажордом маг. Да. Когда-то игралась подобная колода, но она была больше фановой. Ну и он неплохо ломает лица на ней, прям спокойно. Там как раз-таки обилка, поехали, просто прожимаешь Рагнаросом, как раз-таки сайз-блоком, обилку по КД, основанную на драконе. Ну, это знаешь, как говорится, все новое, это хорошо забытое, да? Старое. Ну, а тем временем у нас долгие раздумья от Ксикса. На пятом ходу разыграется тотем языка пламени. И даже этот тотем не позволяет пройти сквозь темного Аракоа. Еще паляющий тотем приносит способность героя и появляется нечто из глубин. Не хватает одной единицы для активации Ктуна. Поэтому, возможно, будет... На Виклор сейчас вряд ли будет сыгран. Но опять же, на девятом кристалле есть классный по мане ход. Это темный Аракоа и сумеречный предок. Меняемся. Даже не будет играть предка. Выбирает смену облика и убийство серебряного всадника. При этом рука Ксикса тоже позволяет тут придумать. Но есть еще одно нечто из глубин. Тяжеловато, конечно, будет. Возможно, даже есть смысл. А хотя нет, там не хватает маны. Тускар, скорее всего. Да, Клыкар-шаман смотрится классно. Плюс вторая копия. Нет, выбирает все-таки. Максимально по мане реализует сейчас свой ход Ксикса, учитывая, что у него два рыцаря громового утеса в руке. Он выставляет первую копию, а также за единичку выставляется нечто из глубин. И тут 10-й ход для Залая. На руках Ктун, но Ктун не очень сильно прокачан. 12-12. Ну, кстати,
Почему бы и нет? Достоин ли этот стол выхода древнего бога? Ну просто 12-12, тут очень много хп на столе. При этом ты не хочешь ударяться о Ракоа, о нечто из глубин. Ну, а шанс на то, что залетит 5 выстрелов в эту провокацию, ну, не очень высокий, будем откровенны. Ну, так или иначе, Ктун, смотрим, как распределятся выстрелы. И единицы не хватает для того, чтобы добить нечто из глубины, вот. В результате о чем и речь. Ты встрял. Но стоит отметить, что лишь 5 единиц урона не хватает, чтобы очистить весь стол. Там залетело как раз-таки большой степени в лицо. Ну и вот пожадничал. Да, если бы сначала разбился, все-таки, возможно, размены были бы получше. Ну а здесь выживает рыцарь Громового Утеса, и есть вторая копия этой карты в руке. Но забрать Ктуна у тебя нет возможности. Ну, только если двойной пробав. Ну, если придет... Все отдавать надо. Ну да, если придет Склыкар Шамана... Еще один опаляющий тотем, то благодаря всему размене всего стола плюс камедрителя можно разобраться с Ктуном. Но шанс на это не очень высокий, конечно. Если был 8-й кристалл маны, можно было, конечно, поставить 2-го рыцаря Громового Утеса, поражать обилку и добавить еще камнедробитель. Но ты отдаешь тогда рыцаря Громового Утеса, тотем и, ну, по сути, 2 существа. Ну, идет лицо, кстати, смотри-ка. Ну, 6 единиц здоровья всего остается у друида, но есть возможность закрыться с помощью Виклора и Викнилаша. Плюс добавить сюда, допустим, живые корни для того, чтобы убить тотем языка пламени, Ктуном разменяться с рыцарем и еще вписать сюда способность героя. И, в принципе, если Ксикса не получит молот Рока, либо Алакир, Алакира, одно из двух играется в колоде, скорее всего, это Алакир, могу предположить, судя по редакции. А там нет, шамана. По-моему, молтрок вообще. Ну, там играть. Либо или-или обычно играется. Я, опять же, вспоминаю колоды Ксикса, которыми он играл на тех же финалах Стар-серии, то там игрался Алакир именно. Отличная раскопка, к слову, получает вторые живые корни, которых так не хватало. Да, это круто. Выбирает не способность героя, а раскопку, которая приносит нужное заклинание. И вот здесь уже шаман может не дожать. Хекс особо не меняет ситуацию. Да, ты, конечно, можешь превратить в лягушку Ктуна, но через эти провокации ты не проходишь. Опять же, что может помочь? Клыкар шаман, тотем... Языка пламени и СПД тотем может разменяться с одной из провокаций. Большой плюс еще для шамана сейчас, что у него, во-первых, хороший запас по ХП, во-вторых, он по картам впереди. И все-таки Хекс, наверное, да, меняет ситуацию здесь. Если не будет сейчас хороших топ-деков для друида, то банально за счет отсутствия карт и наоборот хорошего... За делом по картам у шамана, шаман сможет дожать. Разбивать провокацию остается лишь 2 брата-акробата, Виклор и Викнилаш. Ну и тут еще одни живые корни, которые в целом выглядят достойно. Ты размениваешь тотем, размениваешь дракона, у тебя есть еще 2 стенки. И вдобавок ты ставишь сумеречного предка и закрепляешь таким образом на столе. Ну тут... Вот вопрос в том, что да топ-декать надо. Есть ли выбор славы у Ксикса вообще в колоде? Нет. Не должен играться здесь выбор славы. 1 копия молнии. Так, лекар шаман приносит. Неплохо. Там прилима маны. Кстати, хилимся, живем. Да как раз тотем на хил. Ну, туннельный трог и молнию, очевидно, будет отдавать здесь. Молнию или камнедробитель в 4-2? Я бы отдал все-таки молнию. Во-первых, качается трог. Во-вторых, камнедробитель, если придет Алакир, может тебе еще пригодиться. Тотем прилива маны приносит 2 копию Хекса. Что с топ-деком? Ой, хороший топ-дек для Залая. Древо войны великолепно.
Да, но под него готов уже Хекс, единственный момент. Не знает пока об этом Залай. Возможно, даже сыграет поэтому в древо 10-5. Как вариант. Ну, как обычно, будет ноуболс и все-таки 5-10. Ну, да. Хотя видели мы иногда на турнирах и более агрессивные решения. Всегда это восторженно встречается зрителями. Ну, вот это. Я жалею, что нет все-таки анимации, ну или дополнительного портрета для древа 10-10. Я вот долгое время не видел, как выглядит древо войны под Финдралом. И для меня тоже было таким большим разочарованием, что никак не поменяли. Скучно. Внешний вид карты. Что же, Ктун продолжает качаться, правда, его уже нет, и Думколлер тоже вряд ли использует Залая в своей колоде. Слишком тяжко. Ну, туннельный трог не очень хорош топ-дек для Ксикса. Так или иначе, Хекс отдается в древо. Ну. И в принципе, можно отдать сейчас камнедробитель для того, чтобы Клкар разменялся с Викнюлашем. Поскольку потом возможности такой может и не представиться. А тебе может зайти Алакир стоп-дек, и ты размениваешь так весь стол. Ну, ладно, не понимаешь, весь. Алакир может зайти, может не зайти. Просто если ты сейчас... Ну, тоже момент. Я думаю, над этим как раз думает Ксикса. Просто какой вин-кондишн у тебя есть? Вин-кондишн просто пройти, разобрать этот стол, и по ХП ты намного впереди, если друид не будет топ-декать. Вот так вот, как боженька здесь топ-дечит Залая, просто второе древо подряд, и хексов-то уже нету, и как проходить через эту провокацию, абсолютно непонятно. Ну, и вот благодаря этому топ-деку я бы поставил уже на друида все-таки. Да, тут единственное, что может помочь, это Алакир, камнедробитель. Алакир прямо сейчас нужен, вот прямо сейчас. Ну, таким образом ты размениваешь лишь древо, все. Все равно ты не размениваешь весь стол. И далее у тебя проблема. Это твой самый сильный ход. И, ну, мне кажется, тут уже можно оставаться смело. Посмотреть еще, что там придет тебе с топ-дека. И на этом все. Неужели 3-0? Это будет, ну, прям сенсацией. Падающий тотем. Тотем прилива маны. Туннельный трог. Ну, это все уже жалкие потуги. Там на голем вообще очень-очень плохо смотрится. Ну, здесь избранница пойдет. Тоже не самое плохое существо. Продолжает пытать Залая своего оппонента. Ксикса морально просто давит. Выставляет больше существ. Даже не летает на следующий ход. Ну, просто контролирует стол. Есть гроза, ролится тотем. Да, но это не тотемная сила магии, к сожалению, для Ксикса. Да. Ну, тут... А так неплохо проявлял агрессию шаман в этой партии, но не сумел надавить. Такой еще класс. И добор. Ой, боже ты мой. Два древа войны и дар природы. Просто вот три топ-дека для... Ну, и Ксикса уже... Неплохое продолжение. Он просто ушел. Можно понять... Эмоции игрока Нави, а Залай такой, ну а я что, а я ничего, я киберспортсмен. У него еще там два друида когти пришло, ну, в форме кошки, знаешь, там неплохо просто ставишь на 10-й. Пойдет, улыбка на лице. Какой же высокий все-таки Ксикса, сверху вниз смотрит на Залай. Да ладно, плюс 200 очков для Team Horus. Это все-таки... А, классно, классно, ты топ-дэчил. Да, говорит, пытается оправдаться, вот эти, знаешь, жалкие потуги всегда. Не, ну мой лайнап был сильнее, но ты решил как надо, да. Молодец. Найс топ-деки. Увидимся совсем скоро там, да, следующий. Не, ну на самом деле неожиданный результат. Причем изначально все-таки, я думаю, большинство поставили бы в этой паре на Ксикса, как на фаворита. И даже несмотря на победу Залая, вот победа именно 3-0, вот это, ну... Как-то неожиданно лично для меня. Причем этот друид, ну, просто царски отыгрывал на этом друиде Залая на протяжении
всего матча, и посмотрим, будет ли в дальнейшем улыбаться фортуна этому игроку. Пока что все классно складывается для него. А в турнирах Друид закрепился очень бодро, и вот если мы видим там в ладере постоянно очень большое количество засилия варов, то вот на турнирах в большей степени выигрывают всевозможные вариации именно друидов. И йог-друиды, и вот такие ктун-друиды даже с вариацией различных богов. И, кстати, что интересно, нету, опять же, вот пошла повальная мода на ОТК Орген варов в ладере, а на турнирах мы не видим такого большого количества воинов. Возможно, воины часто отправляются в бан, и поэтому мы не видим вот такой доминации варов в разных абсолютно ипостасях, будь то ОТК-воины, либо дракон-воины. Вот со вчерашнего дня я видел только у Лотара ОТК-вара, и то, который не прошел, который не смог пробиться, да, в следующую групповую стадию. С первого дня я вот что-то первый не день, по-моему, был тоже кто-то на ОТК-варе, но больше даже было ктун-воинов, что удивительно. Вот. Но, опять же, друзья, это все лирика. Закончились у нас первые два матча в группе А. Вот интересно, параллельно играются игры в группе С? Да. Результатов там пока что я не вижу на официальном сайте. Все-таки это же Seedstory Cup, там и уже операторы расслаблены, вы видите эти сегодня картинки. Просто топ-оператором мы царские. Да, были поражены, просто, знаешь, общий план и такой наезд на какие-то носки какого-то непонятного парня, там бах, там какая-то жвачка на полу. Провода просто, да, да. Просто отдельный респект операторам. Оператор-аудитор. За хорошее настроение. Вот. Ну, а мы тем временем, пожалуй, будем выходить на небольшую паузу. По логике, следующую игру, которую мы посмотрим, это будет встреча виннеров в группе А первые свои матчи выиграли Life Coach и Залая, поэтому рискну предположить, что именно за игрой этих двух ребят мы будем наблюдать после небольшой паузы, друзья. Далеко не уходите. Of the ones from long ago. There's an evil that's been dreaming, but now it's softly screaming. From the darkness, their power will grow. Their voices are made of poison. When you listen, you are sure to be disturbed. You can lock your doors. You can say your prayers. No creature can resist their wicked words. That's all just a story of the whispers of the old gods.